среди по-настоящему туристических велосипедов есть только один формат, который признается олдовыми велосипедистами как самый лучший, единственно верный. Это туринговый велосипед. И сейчас я хочу рассказать о том, что же такое туринговый велосипед, и наглядно показать на примере велосипед, который у меня за спиной. Это замечательная Kona Sutra LTD. Обзор на нее уже есть на канале, ссылочка есть в описании, если вам интересно. Давайте я расскажу, что же такое настоящий туринговый велосипед. Во-первых, геометрия велосипеда вымеренная для того, чтобы он был достаточно длинным, чтобы у вас было при не самых больших рамах и приемлемый ETT, и приемлемый рич, если вам нужно вкручивать, например, стоя, чтобы вы не бились об руль, не задевали ногами при повороте за колесо. Но геометрия — это второстепенно. Если мы, опять же, возьмем все туринговые велосипеды, большую часть, кроме там отдельных исключений, у них плюс-минус геометрия вся одинаковая. Потому что, ну, по-другому что-то сложно придумать другое, в принципе. В чем еще выражается туринговость велосипедов? Во-первых, как правило, большая часть туринговых велосипедов, если не подавляющее большинство, хромолевые. Почему? Хромоль надежней. В случае какой-то поломки его проще где-то в деревне, там, не знаю, в жопе мира заварить, найти сварщика. Это все-таки железо, это не алюминий, который нужен специальный материал, чтобы варить. При острой необходимости заварить хромоль можно там на коленке. Это огромная ремонтопригодность. Это лучшее гашение вибраций, сравнимое по характеристикам с карбоном или с титаном. И это, соответственно, усталость металла, да, у него он практически не устает. Если вы будете аккуратно эксплуатировать свою раму, то она вас переживет, вас еще дети будут на ней ездить, и дети их детей, и так далее, потому что алюминий столько не проживет при регулярной туристической эксплуатации. Этот чел знает, что говорит. Да с чего вы взяли, что я знаю, о чем говорю? Характеризуется туринг тем, что у него, как правило, достаточно объемные передние колеса с большими грязевыми зазорами. То есть, во-первых, вы можете снять крылья и влететь в грязь, въехать, у вас будут колеса крутиться. Вы можете поставить более агрессивную резину. Здесь вот, например, вот ладонь влезает на переднюю, да. Сзади у меня тоже так же туда вот три пальца залезают. Зазоры большие, несмотря на то, что здесь стоит практически 29-е колесо. По посадке это 622 мм, 700C45. Но реально сюда влезет 29-е 2,2 по объему, и вы можете ездить, поставить. Но у вас огромный выбор покрышек, диапазон выбора покрышек. Это дисковые тормоза, которые эффективно тормозят. И самая главная туринговая особенность велосипеда – это то, что он предназначен для того, чтобы ходить в походы. Поэтому, у него куча бонок. Обратите внимание, вот да, раз, два, три, четыре – это бонки для того, чтобы вешать передний багажник. Здесь есть отверстие, чтобы либо повесить пиццерек, такой багажник, либо просто боковые стены, багажник с боковыми, да, бонки-поддержатели, их на верхней, внутри треугольника 4 и 2, вот они снизу. И сзади под полноразмерный багажник и под крылья. То есть вы можете как ездить с передним, ну то есть вот, так, вот такой велосипед дает вам возможность путешествовать как байкпекинг, то есть бонки у вас будут чисто просто потому, что они здесь сразу предусмотрены в раме, вы не вешаете никакие багажники, держатели, просто вешаете сумки и хреначите байкпекинг. В Америке так очень любят делать. Вы можете использовать европейскую систему развески, повесить передний багажник, повесить задний багажник, повесить сумки и ехать в поход. И вы можете использовать российскую схему развески, один сзади багажник, нагрузить все по полной и чесать опять же вперед. Но вот если мы говорим о туринге, российская система развески самая худшая будет, потому что у вас передняя вилка не амортизационная, смысла не нагружать ее просто нет. Немножко, чтобы легко было поворачивать руль, но чтобы равномерно распределить груз, поэтому вот европейская байкпекинг для туринга это огонь. Да, с учетом того, что велосипед жесткий, несмотря на то, что это хромоль, все же по абсолютному бездорожью, особенно как на Селигере, например, такая стиральная доска, вам будет тяжело на нем ехать. Не невозможно, но тяжело. Это компенсируется объемом покрышки, давлением в покрышке и диаметром колеса. Большая часть турингов характеризуется тем, что стоит руль-баран,
И часто отсутствует передний переключатель, чтобы у вас было как можно меньше подвижных деталей во время поездки, во время похода, чтобы меньше была возможность что-то настраивать, что-то меньше ломалось. Но это не априори, существует куча турингов, где спереди есть звезды, это такое второстепенное. Поэтому вот смотрите, если вот все это обобщить, я скажу, что туринг – это шоссер с большими зазорами, предназначенный для езды по бездорожью и могущий, любящий перевозить много тяжелого груза. Надежный, неприхотливый и не самый дешевый, если сравнивать опять же с тем же МТБ. Но, кстати, подвижных частей здесь меньше, чем в любом МТБ, который имеет амортизационную вилку, которая тяжелее, которая требует обслуживания. Здесь у вас каретка, тормоза, переключатель, педали и втулки. Так что в целом надежная, хорошая машинка. Еще, кстати, несмотря на то, что он сделан из хромоля, а не из алюминия, вес у него зачастую меньше, чем у одноклассников алюминиевых, потому что толщина стенок хромоля при той же прочности примерно в два раза меньше. Спасибо за внимание. Я Алексей. Можете поддержать канал, чтобы я приобрел новую камеру. Ссылочки есть в описании. Спасибо всех, кто задонатил. Надеюсь, скоро увидимся. И пишите, если вам интересно, чтобы я рассказал о других классах велосипедах, об МТБ, циклокроссе и прочих интересных или не очень велосипедах. Пишите в комментариях. Спасибо за внимание. До новых встреч. Главное, помни, ослаблять – это глагол, а не любовница осла.